Германии попросила Валентину подобрать ей некрупную собачку. Девочку. У нас как раз такая была. Так нашей красавице Лесси нашли новую семью. А через 3 месяца у малышки возникли проблемы с суставами на бедре. Лесси перенесла 2 тяжелые операции. Сегодня Лесси абсолютно здорова, благодаря своей приемной маме. Лесси, а Борис, где Лесси? Где? Где Лесси? Борис Лесси. Ай, Лесси зит багали. Эй, куми лауфен вайта. Фотографируем. Лауфен вайта. Вот в чем заключается безграничная любовь. Вылечить, выходить своего любимого питомца и радоваться жизни вместе.